Интерфейсы готовы и прошли тестирование. Команда платформы PlusCoin выпустила промежуточный отчет о состоянии основных интерфейсов мобильного приложения DS Plus. В настоящее время идут отладочные работы по смарт-контракту для P2P-сделок, а также отладка всей системы в целом. Комплексная отладка площадки будет завершена в начале апреля. Вслед за этим будет выпущена бета-версия. В рамках интеграции с блокчейн готовится тестирование приложения. Будут проведены тесты нескольких узлов приватной сети с новым API приложения DS Plus. API обеспечивает прямое взаимодействие iOS и Android с блокчейном для функций кошелька PLC. Готовятся новый дизайн и экраны.